Жизнь – это испытание. Мы будем испытаны. Поистине Аллах говорит: «Вы думаете, что вас оставят без испытаний только из-за того, что вы говорите, что верите, как и те, кто был до вас, были испытаны?» И даже пророки и те, кто находились рядом с ними, говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» А затем Аллах говорит, что означает: «Воистину, помощь Аллаха близка. Мы будем испытаны. Будут сложности, будут трудности. Такова эта жизнь. Вы должны осознавать, что все происходящее от Аллаха. Не нужно впадать в депрессию. Если вы забываете Аллаха, то тогда все и закончится депрессией». Однажды, когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, пришел домой, он не обнаружил еды там. Было немного хлеба и уксус. Так он макал хлеб в уксус и ел то, что было, и все. Иногда муж ссорится с женой из-за того, что она не готовит ему, видите ли, каждый день свежий салат, не готовит ему суп, из-за чего они и ругаются. Ну что же вы-то? Прочитайте немного из жизнеописания пророка, алейхиссаляту вассалям.